Вот теперь наркоманка стала. А то сначала не было. Вася, хватит облизываться, давай. Приступай к своим обязанностям. Так-так, тебе зачем? Ты же не хочешь мне сказать, что ты работать собралась? Чем я потом собираюсь заниматься? Ну знаешь что, давай положись на торт. Увидел? Да. Ну вот, включай. Там туго это как. Да, там очень туго. Ну вот, включай. Сейчас пихну. Конечно, не смея не наливать. О, братец. Ой, мне вот этот вот. Мне вот этот вот. Где вы взяли такого этого снеговичка? Молодец, это такой. А нет, что? Живут здесь, нет? Ну что, друзья мои, закончились праздники, наступили наконец-то опять будни, когда необходимо готовить. И сегодня у нас на обед вот такой будет, значит, тут маленькие эти филинки небольшие, картошечка сейчас посолю, поперчу. И, конечно же, морковь. Ту морковь я приготовила на другое. Вот так, друзья мои, начинаем опять готовиться, начинаем опять... Не трудовые будни, но повседневные будни опять пришли на круги своя. Всем, конечно же, желаю отличнейшего настроения на весь день. А я продолжаю, покажу в итоге, что получится. Смотрите, как очень красиво все получается. Эх, еще бы в пароварке, а еще бы в русской печке. Вообще, друзья, было бы классно. Овощи с мясом. Очень вкусно. Друзья мои, еще к тому гарниру, который у меня готов, я решила сделать вот такой вот кускус, попробовать ни разу, помните, я говорила, ни разу мы не пробовали вот такую вот кашу кускус с овощами и шпинатом. Это опять же у нас Faberlic Family Club. Давайте посмотрим, вот она крупка. Ну она мельче, конечно, она похожа на... пшено, но еще мельче отсвечивает. Ну, буквально тут три, как написано, да, буквально три минуточки тут у нас, да, в кипящую подсоленую воду 400 миллилитров, именно 400 миллилитров я вымерила, вот, на медленном огне 3 минуты я уже прямо и соль уже бросила, потому что каши, друзья мои, это не соленые. Сливочное масло, значит, добавить. Ну, это все я потом в конце. Три минутки. Давайте начнем. Посмотрим, что же у нас получится. А то гарнир, который показывала, почти уже и съели. Ну вот, кашку. Кашку. С кашкой. То, что там чуть-чуть маленечко осталось, конечно же, попробуем. Ну вот, друзья мои, смотрите по итогу.
кашка кускус. Что получилось? Такая, ну мне кажется, вот уже вроде и выключила, и маслица сливочного добавила, но все равно вот кажется как недоваренная, хотя тут ну, закрываю скорее крышечкой, чтобы уже доходило. Всем, друзья мои, приятнейшего аппетита. И вот что осталось от овощей. Вот так. Ой, кашки еще сейчас чуть-чуть маленько поедят. Всем приятнейшего аппетита. Ну что, друзья мои, вечер среды. И у нас сочельничек. Вот решила приготовить я сейчас, как они, говорится, куриные оладьи, да, наверное, или как, кто оладьи говорит, да, кто растрепки говорит, в общем, кто как. В общем, здесь у нас получается, сейчас муку достану, наверное, пару ложечек. Так, камера, пожалуйста, не тряситесь. Так, хочу еще пару. То есть здесь у нас куриное филе, перец, соль. Добавила чуть-чуть прованские травы и 4 яичка добавила. Так, ну перец, соль получается по вкусу. Сейчас добавлю еще муки. Сковородку уже поставила разогревать. Друзья мои, делитесь, как у вас проходят новогодние уже каникулы. Каникулы, праздники-то уже как бы подходят к концу. Ну, не имея того, что завтра. Как бы вот вилочкой удобнее всего. Хотела, попробовала ложкой, но все-таки удобнее вилочкой. Сейчас хорошо все это надо перемешать уже. И там у меня сковородочка уже, по-моему, все. Вот такие вот будут растрепки. Попробуем. Друзья мои, попробуем, что получится. Покажу, конечно, по итогу вам сейчас первую партию вместе, а дальше уже вот такое вот получается. Тесто у нас. Ой, господи. Чуть-чуть. Мимо. Ну и все. Сейчас первую партию потихонечку закладываем. Начинаю. Чуть-чуть формировать. Конечно, навела довольно-таки хорошо. А, дочка тоже приехала завтра. Завтра уже уезжает, там дальше готовится. Самина мы и так далее. Так, друзья мои. Так, детки. Детки, которые очень быстро вырастают из родительского гнезда, также очень быстренько у нас получается. Так. Сейчас, друзья мои. Здесь. Вот. Очень быстро также и
вылетают родительского гнезда, особенно девочки. Так. И жарится, друзья мои, по итогу. Сейчас как переверну, конечно же, отключу камеру и вам покажу. Вот такие получаются оладушки, друзья мои. Ну, вообще, конечно, красотища. Просто красота. Сейчас маленько еще чуть. Я огонь убавила чуть-чуть маленько. Подшарится. И вообще будет красота. Ну, много. Получается, тут у меня так 3, наверное, 4. 4 или 5 филешек у меня. Вот здесь вот. То есть много. Довольно-таки много. Ну, на семью как раз нам. Думаю, что очень вкусно, сочно. Потом, конечно же, все в разрезе вам покажу. Оставайтесь, друзья мои, со мной. В общем, дожаривается здесь последняя партия. И смотрите, друзья мои, по итогу вот столько у нас получилось куриных оладьев. Посмотрите, какие они красивые, сочные. Сейчас, секундочку, друзья мои, разрежу вам, конечно же, покажу. Смотрите, какие в разрезе очень сочные, очень вкусные получились. Но это просто, просто неимоверно, как так встать, чтобы свет был. Сочные, очень даже сочные, друзья мои. Попробуйте, я думаю, вам понравится. Мы сейчас очень скоренько уже садимся кушать. Кто с нами? Всем приятнейшего аппетита!